Добрый вечер, уважаемая команда. Давайте проверим звук, все ли у нас в порядке, как хорошо меня слышно. Отлично, я вижу плюсики уже поставили. Еще раз всем добрый вечер. На такой прекрасной волнующей ноте мы начинаем февраль. Это очень активный месяц. Вы знаете, что мы сейчас находимся в таком уникальном портале, когда все дела делаются и можно просто творить чудеса. Уважаемые коллеги, у нас сегодня партнерская встреча для партнеров. Мы сегодня будем планировать, говорить о работе. Как всегда, мы подводим небольшие итоги, и я назову цифру, сумму, которую, как мы обещали уже в прошлый раз с Энетой, что мы будем где-то озвучивать каждый месяц те объемы инвестиций, которые мы привлекаем. И за январь, хотя это был праздничный месяц, все-таки я считаю, что мы все, вы все большие молодцы, мы все вместе. И эта сумма составляет 173 666 долларов. Уважаемые партнеры, уважаемые коллеги, это все замечательно, но в следующем месяце мы удваиваем эту сумму и манифестируем уже более 300 тысяч. И давайте с этого дня, с этой минуты, с этой встречи будем уже планировать себе серьезную работу, серьезные шаги, планы и так далее. У нас начинается в феврале очень активная работа, и сейчас я покажу вам небольшой слайд, вот буквально сегодня в рассылке я хотела вас тоже ознакомить с тем, что у нас в январе прошло очень много мероприятий. Некоторые вы можете сегодня увидеть и в Эстонии, и в Вильнюсе, и в разных разных странах, государствах и так далее. И теперь каждый месяц вы можете знакомиться с нашими офлайн мероприятиями. Обязательно посещайте их в своих городах. Если вы не находите представителя в своем городе, у вас есть уникальнейшая возможность им быть. Сегодня мы поговорим о работе команды, о работе структуры. Сейчас я также на площадку приглашаю Анжина Инету, Инета, если ты уже на связи, пожалуйста, подсоединяйся. Угу. И мы сегодня поговорим о, да, о новых это. планах, о новых объемах, о новых статусах и о тех шагах, которые мы планируем в этом месяце. Инета, я тогда передаю тебе слово, чтобы не фанил микрофончик. Инета, тебе слово. Ссылочку да, обязательно сбросим. Да, спасибо. Здравствуйте, друзья. Хочу сказать, что прямо не верится, что начинается февраль. Мы только что праздновали Новый год, встречались в таком праздничном настроении. И сегодня уже говорим так, первый месяц этого года уже позади. Представляете, какими большими шагами мы двигаемся к октябрю этого года. Я думаю, это самое важное событие, когда мы ожидаем запуск двух основных линий, нашего экотехнопарка и также сертификацию. Поэтому у нас очень много планов, у нас очень много дел. Мы очень хорошо поработали в январе, когда многие празднуют и, и про работу не думают. Я, действительно, мы все молодцы. И теперь февраль ⁇ это время, когда... Просыпается весь народ во всех странах, все праздники предыдущие заканчиваются, но новые уже опять впереди. И ради праздников можно опять поработать, чтобы было веселее праздновать, правда? Видите, какой у нас красивый график, сколько мы уже сделали. И я бы желала, чтобы новые города у нас появились, потому что активные люди везде. Мы знаем, что очень много сейчас заявлений на лидеров регионов также, и всех активных людей. И, пожалуйста, наш опыт показывает, что живые встречи – это дополнительная мотивация, и у людей новое введение нашего проекта в той стадии, которая он сегодня есть – Поэтому встречайтесь, встречайтесь с людьми э, вживую, организуйте вот каждый, кто себя чувствует э, сильным и мотивированным на это, э, пожалуйста, организуйте встречи, э, хоть за чашкой кофе, начинайте с двумя, тремя, пятью людьми, э, потом организуйте компанию Зал побольше. И, э, обменивается информация, обменивается столько новостей, столько хорошего в проекте происходит. Я думаю, что в февраль нам принесет еще много новостей, как и по проекту, так и по нашей э, работе. Сегодня мы планировали немножко поговорить о стратегии. Есть пункты. Так, загрузим слайды. Сейчас секундочку, мы начали с того конца. Вот. Наши пункты, которых сегодня просмотрим, чисто поговорим о стратегии и стратегии по разным. По стратегии компании, стратегии команды, стратегии каждого нас лично. И в целом таким образом мы создаем наш проект. Видите, первый пункт – это ролик. Вот только что вы увидели новый ролик, он уже пошел начал свою жизнь. Хочу сказать, очень классный материал. В нем есть только один нюанс. Господин Юницкий говорит о том, что у нас три года для того, чтобы построить циклотехнопарк. Как вы понимаете, он нас мотивировал в тот день, когда он начал предлагать свой проект. Сегодня у нас осталось может быть полтора года, я говорю, может быть только год. Давайте концентрировать свое внимание до октября этого года. А вообще у нас старт на полугодовую активную работу, поэтому воспользуемся всем тем, что сегодня компания и маркетинг система предлагает. Берите это каждый день и знаете, что живем сегодня и, и воспользуемся максимальными возможностями сегодняшнего дня. Поэтому ролик классный, с роликом очень легкая презентация, он говорит обо всем. И, и возьмите себе это как инструмент работы, и вместо даже презентации можете просто показать его и на телефоне, и на планшете, и на своем компьютере. То есть легко пользоваться, думаю, что даст вам дополнительных успехов. Очень важный момент у нас в компании происходит, мы добавляем новую систему оплаты по миру. Я думаю, что очень многие этот момент ждали. Как мы знаем, у нас была возможность проплачивать с определенных стран с помощью карточек. Также дополнительно работает до сих пор, конечно, Swift перевод. Но самая такая долгожданная новость, которая заработает, боюсь обещать, что завтра, ну если не в завтра, то буквально в ближайшие дни, то есть на этой неделе, следите в кабинете, получите информацию то есть система оплаты, карточная оплата по всему миру. То есть все, кто расстраивались, что у вас партнеры и структуры развиваются в Англии, пожалуйста, без никаких проблем, карты визы и карты мастер по всему миру дает возможность оплачивать. Просмотрела чат, увидела, есть у нас сегодня представитель из Америки. Поздравляю Америка, и у вас теперь работает карточная система. Нажмите на кнопочку и платеж моментально у вас в кабинете. Я думаю, что это шикарная новость. Теперь думайте, где ваши друзья, родственники и знакомые, и бизнес-партнеры. То есть мир для нас расширяется, возможности улучшаются, работаем с радостью. Да? То есть в ближайшие дни, буквально завтра, послезавтра, следите в кабинете при системе оплаты и сразу увидите, что появляется новая форма оплаты. Там будут и обговорены дополнительные проценты перечислений, без чего никак. То есть на это смотрите как на нормальную составляющую. То есть клиент частично все расходы, хочу вам пояснить, расходы достаточно высокие при таком сервису. И расходы делит как компания, так и клиент. Поэтому проценты, которые вы видите, которых нужно добавить к вашим платежам, знайте, что это только небольшая часть того, сколько эта услуга стоит. Частично расходы берет на себя компания, частично клиент. Очень справедливо. Это тоже, я думаю, всем в радость. Английский язык. Еще раз напоминаю, потому что люди постоянно спрашивают, на живых презентациях спрашивают, в чатах пишут, в скайпе лично обращаются, когда будут языки. Мы вам говорили, что это в феврале. Сегодня хочу уже дать такое видение, что со следующей недели постараемся начинать работать с английским языком. То есть день туда-обратно сложно обещать, но очень-очень скоро. То есть ведется перевод, он практически готов, нужно запустить систему. То есть в ближайшие дни это, видите, складывается все вместе. У нас английский кабинет откроется, у нас открывается мировая платежная система. Намного легче будет уже работать с иностранными клиентами и теми клиентами, которые тут по Европе, как мы их называем, местные клиенты, но которым тоже может быть сложно с русским языком. То есть английский, он для всех языков, он, как говорится, основной. Поэтому русский и английский язык, все инструменты в наших руках. Только для того, чтобы мы удваивали как минимум в феврале свой объем совместно сделанный и шли большими шагами дальше. Вы знаете, что у нас план, планы высокие. Мы начали спринт-трассу, Поэтому с каждым, с, кажд, с каждым шагом мы увеличиваем свою скорость, свои способности, свои возможности. И это делается везде. Мы делаем это со стороны компании. И очень-очень хотела бы, чтобы вы как структура, как наши главные э, в этом проекте люди тоже понимали, что теперь все зависит от вас. Увеличиваем скорость и свою мощность. Статистика. Важный момент. Всех интересует, сколько сделал я, сколько сделала моя команда, сколько сделал мой регион и сколько сделала вся команда и вся компания в целом. Смотрите, для статистики у нас тоже вводится новая система, много таких актуальных пунктов. Для этого работает IT-отдел. И мы все более корректно и в разных нюансах, в разных разрезах сможем рассмотреть работу, как у нас развивается она в компании и также у вас у каждого в структуре. Для этого нужно теперь очень нужна ваша помощь. Будьте добры, постарайтесь это сделать как можно быстрее. Мы знаем, что каждый хотя бы кто проплачивает программы в рассрочку хотя бы один раз в месяц заходит в кабинет, каждый наш клиент, но мы как партнеры будь, будем активны и зайдем сейчас в кабинет почаще и поможем это сделать нашей команде, нашим партнерам и инвесторам и отметим новые показатели. В ближайшее время в кабинете покажет, появится новое, скажем так, окно или кнопочка, как мы любим называть, где нужно отметить страну и город. До сих пор э, не все э, наши инвесторы, также партнеры заказывают э, договора, не все э, прикрепляют свои документы и не все полностью заполнили э, все сведения о себе. Это постепенно нужно будет сделать, э, это очень важно для юридических документов, поэтому следите за этим. Но сейчас очень актуальный момент для статистики. Появились именно два... Показатели. То есть мы должны отметить страну, в которой мы находимся, из которой мы провели регистрацию в кабинете, и город. Да, будьте добры, здесь действительно я к вам обращаюсь, как к партнерам-коллегам, что нам нужна ваша помощь для того, чтобы улучшить и ускорить возможность корректной статистики. Так, ну и построение команды. Для того, чтобы увеличить объемы, нам, конечно, нужно не только самими инвестировать, но развивать свои команды и привлекать новых партнеров. Поэтому я предлагаю вам тоже включиться в определенную систему, организуем немножко себя и всех своих партнеров. И давайте начнем с сегодняшнего дня. Сегодня 1 февраля хорошая точка для, для начала и для контроля своей работы, то, что сделано было вчера и то, что будем делать дальше. То есть, пожалуйста, отметьте следующий показатель сегодня и в дальнейшем постарайтесь сделать это каждый для себя, каждого первого числа. То есть нужно э, всегда смотреть ваше личное, э, лично приглашенное количество людей, э, лично приглашенных. То есть первый показатель. В принципе, это важных пять пунктов, которые вам нужны на начальном этапе. И я бы хотела, чтобы вы сегодня это себе записали. Вот даже пока мы общаемся, можете зайти в личный кабинет и посмотреть в разделе э, статистики, в разделе маркетинг, статистика, э, все эти показатели. Можете переписывать, кто умеет, можете делать э, фотоскрины и, и делать себе э, такую личную свою статистику о вашем личном развитии. Только контролируя свое развитие, вы можете помочь контролировать это своим партнерам, кто с вами вместе строит бизнес и развивает команду. И этим также вы можете и нам помочь, и, и также от нас требовать, чтобы компания давала вам какую-то статистику. То есть давайте работать с обеих сторон, друг другу поддерживать и помогать. Первый показатель количество людей на первой линии. Второй показатель ⁇ объем в долларах на, на первой линии. Как мы знаем, мы, на, у нас и по маркетингу это тот пункт, который нас всегда интересует для того, чтобы перейти на другой статус. Поэтому это важно знать и понимать. И важно себя прослеживать, как я сам развиваю свою первую линию, дать себе отчет э, в конце месяца. Третий показатель. Посмотрите, пожалуйста, общее количество людей в вашей структуре. Кстати, интересно наблюдать, как глубина увеличивается. Каждый в своем кабинете видит ту часть, насколько вы поработали. У кого-то открывается три уровня, у кого-то 4-5, у кого-то 10, и у кого-то уже уходит глубже это развитие. То есть э, кабинет эластично, он показывает вашу реальную ситуацию, и поэтому вы следите за этим и ну, заинтересуйте сами себя развивать структуру и в глубине. Найдите людей, с которым вам комфортно работать, которые нуждаются в вашей помощи, и помогая им, вы ускорите свое личное развитие. Это очень важный момент. Только помогая другим, вы можете намного быстрее улучшить свое личное развитие. Запомните это, и поэтому в нашей схеме, как я говорю, сперва мы работаем для других. Начинаем всем помогать, и таким образом все помогают нам и всем вместе очень хорошо все получается. И также записываем объем в долларах по всей структуре, то есть общий объем структуры. И эти показатели каждый месяц меняются, их не, не обманывайте себя, что вы это запомните. Цифры гуляют, и и ваша память тоже. Поэтому откройте себе, сделайте тетрадку, табличку, и один раз в месяц не очень-то трудно это сделать, записывать эти данные и запишите свой статус потому что в течение месяца очень реально поменять свою позицию, поменять свой статус. Притом, сделав такой небольшой анализ своей структуры, вы четко можете отследить, в каком направлении поработать для того, чтобы свой статус дополнить и продвинуть себя на один шаг дальше. Так, это по вашим показателям. Думаю, что вам пригодится отчет самому себе. Ну вот. Для того, чтобы показатели улучшались, предлагаю сегодня немножко поработать с цифрами. Я тут всех расписала, будем к ним обращаться по очереди, тогда все и поймете. Если у вас есть ручка, бумага под рукой, я рекомендую писать. Этим тоже вы зафиксируете и улучшите свои показатели. Прошлый раз мы расставались на, на, на вопросах как развивать структуру, как это делать и как двигать себя по статусам, по уровням, по маркетингу. Давайте начнем сегодня с азбуки. За 5-10 минут справимся с азбукой. Она кажется очень легкой. Те, кто долго в сетевом бизнесе, все это знают, но мы знаем и другое, что нам каждому себе периодически надо напоминать самые простые вещи, которые всегда стоит делать, сделать и повторять, и еще раз повторять. И нам это все кажется настолько просто, что мы забываем, и вдруг оказывается, что не делаем это. А если не делаем, то и не получаем такой результат, какой бы хотелось. Поэтому я предлагаю, начинаем строить свою структуру, как я говорю, все начинается с нас, все вокруг нас крутится, и как мы сами это будем создавать, настолько Классно это все будет развиваться. Говорю я. Вот начинается все с меня. Вы каждый себе говорю я, принимаю решение, поставить цель пригласить дво, двух новых людей на своей первой линии. Это совершенно несложно, это не занимает много времени, и я уверена, что вы каждый с этим готовы справиться. Если вы это можете сделать, тогда ставим немножко другую задачу, которая тоже... Легкая, но можно сказать, что чуть-чуть сложнее. Кроме того, что я сам приглашаю двух людей, давайте будем прослеживать, чтобы эти люди тоже приглашали по два человека. И таким образом мы развиваем свой второй уровень. Вот и у нас появляется четверо людей на втором уровне. И постараемся всем дать эту самую простую формулу, приглашаем только двух. Это для начала. Приглашаем двух новых людей. Кто-то это может делать за день, кто-то за неделю, кто-то за месяц. Неважно. Это ваша скорость, это ваш план, это ваше развитие. Но в целом... Сегодня, вот у нас 1 февраля, февраля скажите себе, что я три месяца буду работать по определенной системе, и после трех месяцев посмотрю на свой результат. Я не буду отказываться от каких-то принятых шагов или решений через неделю, через две, когда мне покажется, что ничего не срабатывает, ничего у меня не получается и не идет таким, таким ростом или такими шагами, как я бы хотел. Поэтому вот те, которые готовы сегодня, говорите, да, я начинаю идти по этому плану и э, буду стараться это выполнять три месяца, а в конце трех месяцев будем праздновать общий результат. Вот. Таким образом, что мы получаем? Наши четверо новых людей на втором уровне, мы рядом с ними, мы с ними разговариваем, говорим, что да, было бы хорошо, если вы тоже пригласили двух людей. Мы будем с вами, мы вам поможем. Это нам дает развитие 8 человек на третьей линии на третьем уровне. И эти восемь также приглашают каждые по два. Мы их на это мотивируем, мы с ними рядом. Наши люди, которые пришли в команде, тоже с ними рядом. Работаем в команде, смотрим, кто кому может помочь. По два, по три даже в группах можно работать. И получаем результат, что эти восемь человек, делав каждые по две новые регистрации, создает нам на четвертой линии команду из 16 людей. Дальше не пойдем. Я рекомендую проследить нам первые четыре уровня для начала. Я не, горш, не говорю о лидерах, которые на э, статусы эксперт и мастер, хотя э, вам тоже есть что сделать в своих структурах. Э, стоит провести анализ и немножко откорректировать э, вот это развитие, этот рост. Но те, которые хотят сейчас... Четко увидеть развитие в своей структуре, идите по этой схеме. Смотрите, что мы получили. За 4 уровня таким образом, что мы каждый приглашаем только двух активных людей, мы получаем команду 30 человек. Это хорошо, но это небольшая команда. Но это хороший старт, это хорошее начало. Для того, чтобы посмотреть, как цифры растут и как быстро можно развивать команду, перейдем на второй столбик, да, на, на эти цифры посмотрим. И смотрите, сделаем, поставим ту же самую задачу. Я буду работать активнее, у меня больше свободного времени, я здесь ставлю другие цели, и я буду приглашать пять активных людей – и буду стараться, чтобы и все другие э, занимались, э, и шли по моим... Э, стопам и делали то же самое. То есть второй уровень нам дает сразу уже 25 человек. 5 человек по 5 приглашаю. Мы получаем 25 человек на втором уровне. Мы рядом с ними говорим, что будем совместно развивать команду и каждого мотивируем на то же самое. Составляем план дня, план график совместных встреч и делаем. Мотивируем каждого на 5 новых регистраций. Третий уровень таким образом нам дают команду 125 человек. Если эту систему продолжать, четвертый уровень дает уже 625 человек. Считаем, какую команду нам реально создать только в глубине 4 уровней. Как вы помните, 4 уровня оплачиваются уже партнерам, которые только что пришли в бизнес. То есть здесь создается команда на 780 человек. Кто-то сейчас скажет, это нереально, так бывает только в таблице или в книжке. Да, я с вами согласна, в жизни ни одна система не срабатывает на все сто процентов, но важно видеть цель, важно настроить свой фокус и понять, что у нас есть система, не хаотично работаем. Сегодня хочу, завтра забыла, о чем разговор, а делаем для себя схему систему, дисциплина, организация и командная работа. И работаем каждый день или каждый второй день или один раз в неделю. У вас у каждого свой план, но в то время, когда вы можете этим заниматься, делайте и работайте по этой системе. Что мы получаем в среднем, зная, что два человека пригласить, это совершенно несложно. Пять, вы скажете, не каждому удается, и на это нужно больше времени. Я с вами согласна, но хочу показать здесь такой акцент. В принципе, пригласить два или пять, это на, очень мало отличается по работе, которую вы должны сделать. Это только на три дополнительные регистрации. И если так рассмотреть, кажется, что каждый человек может дополнительно еще трех людей – ознакомить и пригласить в наш проект. То есть разница только. Или два человека, или пять пригласить, разница в трех людях. И это касается каждого единого человека. Я только на трех людей больше приглашу и получу другой результат. Что мы можем получить в среднем? Смотрите, мы можем создать минимальную команду из 30 людей. И нам покажется скучно, покажется, что это не бизнес, да, хорошо быть в Skyway, да, хорошо иметь какой-то свой собственный пакет. У многих людей он совершенно только в начальной стадии и не так уж много акций. И, и, и теперь уже начинаем волноваться, что у нас и мало времени осталось для того, чтобы свой пакет увеличить. Поэтому давайте строить побыстрее команду и таким образом увеличивать и свои доходы, и свой портфель своих акций. И смотрите, если делать направленно, целенаправленно эту эту работу, то в среднем у вас незаметно выстроится команда на 300-400 человек. Да, это не будет 100% на 5 человек каждому, но будет люди, которые пока ищут 5 активных, пригласят по 15-20-30 человек, будут люди, которые двух как пригласят, так они окажутся звездами новых регионов и э, нас всех удивит. То есть люди люди очень разные, и структуры развиваются очень по-разному. Но целый, средний показатель, есть схема, есть возможность, как выстроить структуру, начиная с 300-400 людей. Если у вас создалась такая команда, ее не остановить. Она в дальнейшем только развивается э, по разным городам, по разным странам, по разным направлениям и только увеличивает общий объем, э, ваши личные доходы. И каждый в этой команде становится более довольным и более счастливым. И это то, что нам нужно. Мы встречаемся, и мы всегда в хорошем настроении, у нас классная мотивация, у нас классная атмосфера. И вот как на этих выходных я ездила по Литве, у нас было очень много живых встреч, и мы говорили о том, что люди, которые не в проекте Skyway, и те люди, которые находятся в проекте часто отличается по, своим, по своему настроению, по своей энергетике. Мы все просто летаем, у нас цели, у нас мечты. Мы видим очень скоро свое совершенно другое будущее. Мы видим другое будущее всей планеты, и это настолько придает дополнительные крылья, что повседневные какие-то заботы и другие жизненные ситуации, их просто легче пропустить, и лишний раз не остановиться и ну, не огорчаться. Поэтому строим команду в среднем на 300-400 человек. Каким образом это делать? Знаете, как для построения команды очень важно идти по принципу дубликации. Но дубликации не является «я пригласил второго или двух, и поэтому нас на два раза больше, и я себя продублировал». Нет, здесь прячется одно очень важное правило – которое тоже хочу, чтобы вы себе отметили, и очень э, следили за тем, чтобы вы про это правило не забыли. То есть посмотрим здесь на эти цветные э, надписи. Первое правило – это я всегда приглашаю новых людей, то есть спонсируем. Я сам лично, неважно на каком уровне, на каких э, э, статусах, с какими объемами, с какой структурой, вы, у вас один человек или уже тысячу человек, у вас правило остается в силе. Я спонсирую. Я приглашаю новых людей. Второе правило, которое касается уже той команды, которая у вас появилась на первом-втором уровне, я спонсирую и помогаю стартовать стартовать новым людям всегда новый человек приходя в бизнес ему нужна помощь по разному кому то техническая кому то информационная кому то просто быть рядом кому то полностью все но человеку нужна, нужно это ощущение что вы рядом и мы это делаем командной то есть я спонсирую и я помогаю новому человеку делать то же самое и стартовать Хороший старт ⁇ это уже шаг ближе к победе. Мы это все знаем в разных жизненных ситуациях. Третье правило ⁇ обучаем, как спонсировать и как обучать. То есть мы всех, кому мы помогли, показываем, что они должны этим путем идти сами. Они тоже должны своим людям помогать при встречах, при регистрациях при спонсировании и при проплатах, то есть при всех нюансах, которые касаются развития структуры, мы должны быть рядом и научить, чтобы наши люди были рядом с их людьми. Это очень важный момент. И тогда у вас бизнес уже развивается на третьей и на четвертой глубине. И когда вы создали команду на четвертом уровне, только в тот момент вы можете себе похлопать по плечу и сказать, я себя дублицировал. Вот только в тот момент, когда у вас команда развивается на четвертом уровне. Не просто приглашая одного-двух за собой. То есть мы помогаем своим людям и мы строим команду до четвертого уровня как минимум. Если у вас команда выстроилась в третьем-четвертом поколении, в этот момент вы можете взять себе небольшой отпуск, куда-то отъехать, немножко отдохнуть и со стороны понаблюдать, насколько хорошо вам удалось построить свою команду. Если она вам дает возможность отлучиться и умеет справляться самостоятельно, то вы молодец, вы хорошо поработали. Если команда в тот момент не справляется, значит, есть слабые места, о которых нужно, которых нужно заметить и их нужно подкрепить. Давайте посмотрим еще на некоторые цифры. Я здесь взяла такой реальный пример одной структуры и хотела показать, вот кроме теории, которую я вам сегодня стараюсь объяснить, дать конкретный образец. Вот первая линия приглашенных 13 людей. И смотрим второй уровень. Это реальная структура. Я открыла один кабинет и сделала пример для вас. 78 человек на втором уровне. Видите, какой показатель? Каждый из этих 13 людей пригласили по 6 человек. Каждый сделал то, о чем я вам говорила. Приглашаем двух, приглашаем пять, приглашаем столько, сколько надо для того, чтобы получить активных людей в своей команде. Вот здесь каждый выполнил первое условие, даже переполнил по шесть человек в среднем на каждого, и у нас второй уровень вырос на 78 человек. Классная команда. Что делает второй уровень? Видите, с правой стороны они сделали только 1,2 регистрации каждый человек для того, чтобы создать третий уровень. И смотрите, здесь только 100 человек. То есть в минусе у нас не хватает двух регистраций на каждом на каждого человека. Здесь я хочу сказать, вот это именно сейчас работа хороших лидеров, лидеры, которые уже Последние минуты находятся на лидерских позициях те, которые переходят на статус мастера и те, которые уже находятся на статусе эксперта. Посмотрите свою вторую и третью линию. Здесь есть очень много работы. Нам практически не нужно искать новых людей со стороны. Нам нужно поработать с этими людьми, которые у нас на второй и на третьей глубине линии. Смотрите, если... Каждый из 78 человек пригласил бы по 3 человека, мы берем среднюю цифру 3, не 2, не 5, берем 3, то у нас следующий уровень дал бы команду 234 человека, а тут только 100 человек. Это немало, это хороший показатель, но это э, есть э, то место, где можно работать. Это вот... Именно тот момент, где лидер видит, что здесь я нужен, здесь мое поле, здесь я могу работать и развивать структуру, и помочь своей структуре, и таким образом развивать свою команду. И смотрите, эти 100 человек пригласили 1,3 человека в среднем. То есть до среднего показателя 3 нам в принципе опять не хватает двух регистраций на каждого человека. Это небольшая работа. Это просто нужно посмотреть и найти время, систему, возможность, как этих людей привлечь и проинформировать о том, что давайте еще два друга пригласим в бизнес, расскажем им про наши программы в рассрочку. Это так классно. Вот. Так как они сделали только 1,3 регистрацию на каждого, то четвертый уровень нам дают 132 человека, а эти только по пол регистрации, видите? И часто говорят, что бизнес развивается формой ромба, вот если... Здесь нарисовать геометрическую фигуру, получается ром, все начинается с маленького, растет, идет, расширяется и потом опять сужается. Но этот пример показывает, что несмотря на не очень э, соответствующую правильную статистику, э, в целом в команде 398 человек. А если бы мы чуть-чуть поработали и статистику привели э, более позитивной составляющей, то наша команда выросла бы до 700 и выше людей. То есть огромная команда, которая несет вам тысячами доходов. Мы здесь... Каждый о себе тоже думаем, вопрос, на каком мы уровне, на какой глубине развиваемся и получаем доход, и какой доход в целом ожидаем. То есть я хочу сказать, что э, стоит Подумать, смотрите, небольшая работа дает уже 300-400 человек, о том, о чем я в среднем э, говорю. Пожалуйста, сделайте себе расчет у нас уникальные программы. Я их повторять сегодня не буду, сделаю немножко другой акцент, что работая с этим программой, которые сегодня очень красиво предложены в ролике, используйте ролик, показывайте, вам легко объяснить программы, но с этим программам вы делаете себе работу и доход на следующие 3, 6, 9, 10 месяцев. Это уникальные возможности. Уникальная возможность. Так, здесь перескочим хочу так хочу найти еще один слайд вот он хочу очень сильно вас остановить на нашем бонусном плане и посмотреть такой нюанс который иногда мы забываем пропускаем и вообще не понимаем, где самое главное, скрывается в нашем бонусном плане. У нас кроме процентов за каждый уровень и сделанную работу дополнительно выплачивается в стопроцентном объеме акционный бонус. И когда мы каждый день получаем какие-то смс с маленькими доходами дополнительными в кабинете, то мы не видим большие цифры, не видим общую картину. Вы на минуту остановитесь, откройте свой кабинет, сделайте расчет, какие доходы у вас приходят за месяц и что вы можете сделать своим акционным бонусом. Два преимущества. Как вы знаете, акционный бонус тратится только на покупку акций, и он предусмотрен для стандартных покупок. И плюс в том, что вы можете этот бонус или объем этого бонуса накапливать. Работайте каждый месяц и пускай этот бонус накапливается до того момента, пока придет правильный момент сделать покупку. Я все-таки проговорю цифры и хочу, чтобы вы задумались о них. Если у вас на акционном бонусе пришло 1000 долларов, то вы за э, этот бонус можете приобрести себе пакет на 200 тысяч акций. И это не просто покупка акций, это поймите, что это оплата за вашу сделанную работу. Несмотря на те бонусы и доллары и проценты, которых вы получаете в виде денег, и самостоятельно решаете, что вы с ними делаете, вы получаете акционный бонус который тоже нужно рассматривать как поощрение за то о, важное дело, которое вы делаете сегодня для Skyway проекта, для Экотехнопарка. И вот 1000 долларов дают 200 тысяч акций. Вы не забудьте, что у нас номинальная стоимость одной акции 1 доллар. То есть здесь у вас чисто оплата за вашу работу, называйте это премией, дополнительной премией, 200 тысяч долларов как минимум мы знаем, на что мы можем рассчитывать и на какой длительный период в дальнейшем. Обращайте на это внимание и пользуйтесь этим. 550 долларов. Я вам рекомендую, действительно аккумулируйте эти средства, и смотря по вашим доходам, вот просмотрим все эти э, суммы, да, не все, а вот то, что я выбрала, э, потому что разные у вас доходы и разные суммы вы можете можете планировать. Рассмотрите, за какой период вы можете накопить 550 долларов. То есть за один месяц, за два месяца. Если будете работать по схеме развития команды, заработайте это за месяц. Я вам обещаю очень скоро, кто еще не достиг этих результатов. И 550 долларов акционного бонуса дает вам 82 тысячи акций, то есть 82 тысячи долларов как минимум в очень ближайшее время. Оценивайте эту оплату, где вы еще такими шагами можете увеличивать свой доход, накопив или получив 200 долларов вы получаете 20 400 акций дополнительно. И даже вот такой самый мелкий, мелкая покупка, которую ну, любой из нас может накопить, 130 долларов. 130 долларов акционного бонуса. Это 13 тысяч акций. Классно маленькие взносы, хороший доход и не забудьте, что мы делаем до, до, в настоящий момент. Мы строим свою команду таким образом, что у нас 90 процентов инвесторов инвестирует постоянно, инвестирует на будущие 9-10 месяцев. Так, если вы за месяц заработ, заработали 130 акционного бонуса, то есть 13 тысяч акций, увеличим это на 10 месяцев и вы Понимаете, что вы дополнительно как свой бонус, как свою премию, как свою зарплату имеете э, к запуску экотехнопарка. 130 тысяч акций. Это 130 тысяч долларов номинально. Но мы знаем, что эта цифра может резко увеличиться. Те, кто видят себя по доходам 200 долларов, 500 долларов, 1000 долларов, если вы видите, как эти цифры аккумулировать и накапливать, я вам делаю рекомендации. Посмотрите за какое время, сделайте себе план, за какое время я накоплю 5000 акционных бонусов, акционных долларов и приобрету, приобрету шикарный пакет. 1 миллион 500 тысяч акций. Это 1 миллион 500 тысяч долларов за то, что вы сегодня помогали проекту развиваться. Скажите, где еще лучше бонус-план, где еще лучше маркетинг, кто еще сидит дома и плачет, что он недополучает, да вы сделаете правильный расчет. И немножко больше э, потрудитесь, чтобы развивать свою структуру. Сделаем объем, увеличим команду, работаем в кайф, работаем на позитиве, э, строим э, уже, как я говорю, собираем чемоданы, э, планируем следующую поездку, даем сами себе мотивацию, знакомимся с людьми и смотрим, что весь мир сегодня говорит о нашем проекте. И весь мир уже понимает, что скоро наши юнибусы поедут по нашей земле, и мы не знаем, сколько у нас осталось время набирать свой личный портфель. Где еще вы видите возможность, что вы можете, кроме того, что пользоваться деньгами, которых вы зарабатываете, рекламируя проект, получить такой уникальный бонус? Вот остановитесь, откройте свой кабинет просчитайте. Я думаю, что вы не успели их потратить. Посмотрите, сколько у вас у каждого накопилось за январь месяц акционного бонуса. Подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы такой и больше он пришел в феврале, и сколько это уже будет вместе, и на какую категорию вы претендуете. Ставьте себе цель. Давайте будем приобретать по полтора миллиона акций только за то, что мы сегодня помогаем проекту. Завтра проект поможет нам всем. Вот я бы хотела э, на этом остановиться и сказать, что каждому нужно остановиться и дать себе отчет. Э, остаться в проекте, прикладывать еще больше усилий и больше мотивировать себя или искать работу в другом.